Вот лодка на Володиной машине, спецприспособления нету, она мягкая. Николай Астахов подарил, чудесная лодка для нас. Вот они с Никитой Устиновым Володе ставят. Володя хочет все передать ему, как делать. Ему некогда, он с огородами возится. А рыбачит это, ну, потом когда-то. Мы проверку пока ведем. Сейчас будет оттуда кидать. Длинная веревочка вон. Сейчас. О! Мне хватит, не хватит через верх. О! Володя там. Всякая тут его. Где он цепляет ее? Там такая, видимо, для людей может держаться это. А вот там вверху засыпил. Второй. А это здесь уже заматывает. Ну и она что, куда? Никуда. Все. Все, готово. Это Владимир Александрович Пащенко за рулем. Господи, благослови. Да благословит Господь. А это с нами, это ведь Максим, как и не Романович вроде бы. Емельяненко или как? Емельянов. Как правильно-то? Емельянов. Ну вот. Товарищ Емельян. Вот мы едем мимо сестры Любови, тут проехали. А это вот. Впереди вон там видно. Кусты, это лагерь бывший. Лагерь стан. Теперь там образовали музей-комплекс для бедных лагерей. Все. А это у Игоря тут нынче лен, ну, сильно засоренный. Говорят, хороший комбайн такой. Это мы едем. Проверка идет. Видишь, куда заворачивать? И вот здесь, когда мы едем, вот это первый ложок. Вот и начинается, где ложок. Вот. А дальше уже лог настоящий. Как это может быть? Воды никогда тут такой не было. А вон там второй. Маленький, вот маленький ложочек. А около него уже, да он не заезжает на него даже потихоньку. Все. Развернул. А это уже видится перед нами. Рыжковский пункт. Открой-ка стекло. Подожди, маленький, я сфотографирую. Расстанется. Поставьте запись. Еще не успел. Все тут. Сбоку. Курить запрещено. Вот так, поехали. О, все, готово. Вот как она будет у нас. Вот здесь ложок. Но за дороги не съезжать с этой. Перед нами вот дорога, видно, что зеленая трава. Доехали, это мы раздевалочку сделали. Раздевалочка хорошая получилась. А вон видишь, цапля прилетела, гляди. Видишь, нет? Да, цапля. Какая огромная. Вон она села. Сейчас заворачиваю, все. А, вот. Все, довольно. О, мы приехали. Все, вытаскивайте. Да не один, два, две цапли.
Какие огромные крылья. Смотри, как мы тут сделали. О, это левое крыло называется. Вон куда уходит. Если вода поднимется, вот здесь вода будет, где мы стоим. Так, крючки бери. Да-то, Никита, где рыба, чтобы не порвать только эти, на чем она висит, аккуратненько выбирать. Сейчас он возьмет крючки специально. Мы не подкачали ее. Ну да, вытащи обратно, подкачать надо. Вытащить-то нетрудно. Вот сюда прям вытащи на середину. Все. Ну, когда, может быть, это, Максима получится качать? Да я ведь уже качал. Лодку нам подарил Николай Астахов. Спаси Христос. Да. А что, ослабла она за ночь? Да. Ну я подумал, так ничего. Вот, вот. Сильно качать лопнет. А мы не сильно. Давай, качай. Ну-ка, Максим, давай. Несколько раз. И давай ему поднимать, а потом нажимай его. Вот так он все будет знать. Там что, накачу? Так она на всю качает. А та-то лодка сделана по перью пополам. Половина, если ослабла, то вторая половина держится на воде. Перегородка там есть. Там спускает, она быстрее встает. Ну а тут нет. Или есть? Зачем я только ботинок снял? Так у нее 4 этих, она, наверное, на 4 разделена, даже еще лучше. На 3, 3. 3? 3. А, ну на 3. А иначе зачем она была бы? Так, я сейчас посмотрю, что у меня тут. На, Владя. Слышь, подержи. Сейчас я это все. А чего ты говоришь? Там круги идут. У меня в сеть кто-то попался. Все. Убирай штамп. Брехня всякая. Обманывает пенсионеров, надувает их как генерала, там несколько миллионов. Ростелеком. Я обращался туда, а я ничего не обращался. Кто-то может обращаться, кто-то не может. Давай. На обмане, вся страна живет. Самые лучшие обманщики живут выше всех. Все. Наверное, все. 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 Давай, возьму я. А вы поедете, я сразу же выключаю, как оторву. Пойдем мы в другое место с Максимом даже посмотреть еще. Хорошо, Никита, запоминай. А ты, Владя, вслух все говори, что делаешь. А тебе ведра-то зачем брать? Надо брать? Надо. Одно ведро надо. Ну, давай. Возьмите одно. А вот одно маленькое ведро. Возьми, не надо. Убери ведро туда, вон, поближе к машине. Второе ведро. Взяли 3 ведра. Поверни его боком. Во. Ты, Владя, держи, чтобы он сел. Там на весла не наступите.
Все, поехали, наши братья. Господи, благослови. Дай нам, Господи, рыбы хорошие. Ты только можешь это сделать. Смотрите, весла не сломайте. Аккуратненько так. Ну, уходи оттуда. Максим, ведро, я сказал, унести, оттуда смотри. Все, в дальнее плавание.